вопросы у нас на комиссии возникали, потому что у нас недостаточно было материалов. Вот, но, значит, материалы нам предоставили, там есть объект недвижимости, который достаточно долго не использовался, это зона R1, данный объект недвижимости, реконструировать данный объект недвижимости и привести в порядок тот свет, который там находится между проспектом Труда и Университетом. В принципе, все равно, значит, в настоящее время объект находится в его собственности, и мы никак на эту ситуацию повлиять не можем. Был найден определенный компромисс, который устраивает город с точки зрения благоустройства этой территории, парковой, и с точки зрения развития этого объекта. Он будет реконструирован, приведен в нормальный, надлежащий вид.